Серьезно, я люблю смотреть на тебя. Всегда, честно. Я люблю тебя, Алексис. Люблю тебя. Всего 5 недель. Может, съедемся? У Дастина проблемы с дамами. Бурной ночки не вышло. Я всем хорош. Только не здесь и не сейчас. И что мне делать? Дэнк зарабатывает на разбитых сердцах. Мне без нее так плохо. Короче, что надо? Сыграй такую скотину, чтобы я ангелом показался. Моя любимая роль. Пожалуйста, хватит. Может, принести вам чипсы, долой лечебное голодание? Лучше предложу я больше голодания и меньше чипсов. Вот последняя надежда Дастина. Я бы мог нанять тебя. На сделку с самим дьяволом. Она наплачет себе слова «Позвони Дасти». Как-то странно. Этой осенью. Я Алексис. А сколько у тебя мужиков было? 2? Я моногамная маньячка. Поехали. Я под эту песню девственности лишилась. И где их этому учат? Кое-что я показал. Блестящий план. Насчет Генри. С ним я поняла, что ребята вроде тебя большая редкость. И еще я поняла, что у меня было слишком мало парней. Претерпит изменения. Ты облажался, Танк. Она хочет встречаться с другими. Ты некрасивая. Ну вот, сказал. А может, все дело в размере? Да как ты вообще живешь с задницей размером с... По-твоему, она слишком большая? Попал. От компании Lionsgate. У меня сестра выходит замуж, а я встречаюсь с одним парнем. Но я и попросила его пойти со мной на свадьбу. У нее кто-то есть. Я узнаю, кто это. Все. Я не могу. Она ведь кто? Девушка Дасти. Не увлекайся. Алло, могу говорить. Дэйн Кук, Кейт Хадсон. Как ты мог? Я немного расстроилась. Джейсон Бикс. Вау. И Алек Болдуин. А вдруг он все-таки хороший парень с добрым сердцем? Я ее не достоин. Чувство вины просто еще одно обстоятельство, мешающее нам во время секса. Девушка моего лучшего друга. Так, замрите. А может, мне еще кончики волос отбелить? Ты что, педик? Ой, что это? Скоро на экранах.